Всем привет. Данька Зевс в эфире. Ваня, аккуратнее, я тебя прошу. Нам не нужно, чтобы топ-3 игрок чемпионата, блядь, упал. Что я сказал, это пиздец. Короче. Мы находимся тут сверху. Мажор MLG, все дела, второй полуфинал. Ой, второй полуфинал. Второй четвертьфинал. Играет Астралис Фнатик. Астралис на оверпассе ведут 8-0. Денис с Гвардианом поспорил на $50. На то, что выиграют. Денис сказал Фнатики. Гвардиан сказал, что Астралис. Хрень знаете в чем? Потому что я перед этим поспорил в Катовице с Денисом, что выиграют Астралис на $100. Но там выиграли Фнатики, суки. Но здесь я реально тоже верю в Астралис. Они реально лучше готовы, чем Фнатик. Много тренились, с нами много играли. И не знаю. Ну, нельзя списывать, конечно, Фнатик. Это мастера камбэков нереальные. Мне кажется, что Фнатик соберутся, выиграют кэш точно. Но мое мнение, что по идее не должны проиграть оверпас и должны проиграть Мираж. Вот на кэше у них есть шансы хорошо выиграть. Но все может быть, пока только 8-0. Еще вообще до конца ничего не понятно. Но сидим мы в хорошем месте. Отсюда вот так вот все видно. Вообще это стадион, хоккейный стадион. Вот здесь вот играют в хоккей. Вот там где сидят, возле кубка обложили. Вот команда Flipside. Сидят. Ребята обидно проиграли на турнире две карты, но овертаймах. Вот. Ну все, уже закончился тайм-аут. И будет жестко все идти. Так, ребят. Сядем по центру. О! Короче, если тут падать, пацаны. Это опасно, да? Не, если тут. О, лол, если тут прямо упасть, то прямо упадем на этот. На камеры. Не, я падать не хочу, ребят. Сори, я хочу как бы пошпилякать. Аккуратно, Гоша, ходить. Зачем нам нужны. Так, ну что, GV делает минус 2 после тайм-аута сразу. Ситуация как бы... Опа! Кримс лицо. Взяли тайм-аут, знаете, сразу минус 3. Короче, тайм-аут, рубили читы и погнали. Миша такой, пацаны, ну что тайм-аут, я не успел, блядь. Тут такие проверки, тут все так быстро, ребят. Мне реально надо как бы пару минут, я сейчас все подрублю, сейчас все будет. Ну почему-то только GV убивать начинает. Девайс. Денис. Жестко. Нет, это девайс. Был Денис. Я сказал, что аура идет по всем компьютерам. Там мега-чит какой-то такой, да? Может быть, он шептуна запускает, а не под ним уничтожать начинает. Правда, будь здоров. Денис, как себя чувствует лучший игрок чемпионата в полуфинале? На изичах. Ты с утра еще мог подумать, что ты будешь лучшим? С утра каким ты был по счету? Это шутка, сегодня 1 апреля. Хорошо, каким ты был по счету с утра? Я не знаю, не смотрел. Не смотрел? Просто как бы Ванька сейчас немножко начал... Ну, он был просто первым до тебя. Он меня скинет? Он будет на завтра, он будет на завтра настраиваться, братан. Все, какое место, главное выиграть чем. Правильно, братан, это я тролль. Но все равно, мне вот приятно сидеть вот с лучшим игроком. Я вот хочу вот это. Кубок с ножей. Покажи. Керамбиты, жестко вообще. Керамбиты? Это тут кубок такой? Да. Хочешь, Серега, такой? Так его не пропустят на границе. Я в Москву заберу на границу. Смотря где, где есть связи, там все нормально. Так, ну что, берут ли Фнатики второй раунд? Очень смысл. Потому что важно первый. Тебе удобно, тут охуенно смотреть игры. Тут офигенно, только можно как бы минус. Главное, чтобы хаешку не бросить. Жестко. Денис убрал. Фнатики после тайм-аута начали жестко браться, и они просто вспомнили, как бы что. Да не, они, видишь, это мастера камбэка очень нереальные. Вспомните Люминосити, да? Вспомните Люминосити. Да, а каким счетом Люминосити вели на оверпассе? Что-то тоже 8-1, что-то такого, а? Не, они выиграли 12-3 сторону, но вопрос в том, они как... Они взяли пейсики, проиграли форс и все, и камбэк. Да?
Накатывались. Да. Там хотя бы. Ой-ой-ой, по-моему, уже. Плюша с щитом. А тут второй. Второго разменяли. Живи бежит, живи. Какой смог. Ай, загоняют. Загоняют, живи. Загнали. Уже два раунда. Вот, а скоро. Видишь, что читы творят. Короче, такие дела. Завтра полуфинал одной из этих команд в любом случае. До встречи, братья. Спасибо за поддержку. Будем браться. Что-то вам еще показать. Не знаю. Олаф 1-1-10. Что-то не пошла у него карточка. Видимо, у него рука пизда.